великим давлением сжато. На приказ дифферент на корму, это значит, что скоро ребята перископы увидят волну. Перископы увидят волну. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одно, когда усталая подлодка из глубины идет домой. С праздником вас поздравляю. Я тоже служил в полярном на Буке 641 проекте шифровальщиком. Возвращаться к родным берегам, даже к нашим неласковым зорям. Спасибо, товарищ командир. Праздник у вас. Очень красивая лодка. Спасибо, что сохраняете. Замечательно все. Сняли столько оборудования, что разгерметизировали прочный корпус, и она, стоя в ожидании разделки, стоя в Кронштадте, в Купечке гавани, утонула. Пролежала более 6 лет на дне, флот ее списал, но нашелся один бывший подводник-адмирал, ставший успешным предпринимателем. Он ее за свои деньги поднял, за свои деньги отремонтировал и за свои деньги создал музей, на который вы сегодня пришли. Сколько на этой лодке человек было? Экипаж 54 человека, из них 8 офицеров. Сколько у него двигателей? Два дизеля для движения над водой, для зарядки аккумуляторов использовались. Два главногривных электродвигателя и два вспомогательных электродвигателя. В автономном плавании она сколько могла автономное находиться? Автономное плавание 30 суток. А сколько у него комнат было? Там нет отсеки. Комнат, там 7 отсеков. Отсеки. Сколько она может под водой пробыть? До 5 суток, не всплывая. Командир, сейчас. А я сейчас был экскурсоводом и до такой же на этой лодке. А раньше командиром? Раньше я был командиром, но только не на этой лодке, а на такой же. А по вашему мнению, почему погиб Курск? Потому что американец, который за ним следил, подумал, что он выходит в атаку на него. И у них такая инструкция есть, что не дожидаясь ничего, наносить удар, нанесло удар. Ну, они же должны были понимать, что нам атаковать американца, какой смысл? Конфликта-то не было. Ничего не понимают, у них инструкция. То есть, судя по маневру, они готовы нанести... Акустик услышал... Они вообще не должны были следить, но они следили, шло учение Северного флота, они следили за лодкой, и когда им показалось, что лодка хочет их атаковать, они ее атаковали сами. Как объясняют, акустик американской лодки услышал звук якобы открывающейся крышек торпедных аппаратов. И тогда они на опережение сработали. Но мне кажется, это все равно была провокация. Да нет, никакой провокации. Все-таки ее торпедой, да, долбанули? Ну, конечно. Торпедой, конечно. А потом стали придумывать всякие версии. Потому что они отвалили огромную сумму денег. Компенсировали, в общем. И реально не знали, где она как бы затонула, или все знали? Почему? Знали. Ее ж подняли, Курск. Ее ж подняли. Не понял, но там ее с какое-то время искали, найти не могли. Вроде бы как. Нет. Но она на 100-метровой глубине лежала, что там искать? Что там искать-то? Да. А как вообще вы считаете сейчас, подводный флот, он в каком состоянии это у нас находится в России? Развивается или на месте развивается стоит? Ну вот, напротив. Напротив нас. Адмиралтейские верфи там строят. Строят дизель-электрические большие подводные лодки. А вон стоит какая-то черная лодка. Приказ и перед на корму. Это значит, что скоро ребята
перископы увидят волну. Перископы увидят волну. На бирже тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой. Надеваешь такой костюм и вылазишь. Это нас учили. Да? Налазить? Конечно. А вот это... Вот одеваешь этот костюм, залезаешь туда, в торпедный аппарат, его закрывают, наполняют водой, и ты вылезаешь оттуда. Сейчас придет. Это единственная 613-го проекта, который в России остался. Седьмой отсек подводной лодки, где мы с вами находимся, торпедный. Два торпедных аппарата, соответственно, в них две торпеды устанавливаются. Это отсек живучести. В случае аварии через этот отсек весь личный состав можно вывести наверх. По штату на подводной лодке 54 человека. Пути выхода два. Через торпедный аппарат. По 4 человека, вот в таком снаряжении, как на этом манекене, заползает торпедный аппарат, он длинный, 8 метров длиной. Задняя крышка закрывается, торпедный аппарат заполняется водой, открывается передняя крышка и пошли на выход. И вот так по 4, за исключением последних. Последние или все, в том случае, если избавиться от торпед не удалось, выходят по второму пути. Тубус опускается вниз, примерно в метре над палубой закрепляется. Затапливается отсек, как у вся лодка, там уже разницы большой нет. И после того, как давление за бортом сравняется, можно открывать нижний и верхний люки и выходить. Ограничение по глубине 100 метров определяется возможностью дыхательного аппарата. Но можно вывести личный состав практически с любой глубины, лишь бы выдержал прочный корпус давления воды. И без всякого снаряжения. Следующим образом. Следующий отсек, шестой, электромоторный. Два главных грибных электродвигателя, вот они внизу. Это станции управления ими. И два электродвигателя эконом-хода, левый и правый борт, со своими станциями управления. Лодка двухвальная. На каждом валу, в пятом отсеке, дизель. Здесь, в шестом, главный грибной электродвигатель, и может подключаться двигатель эконом-хода. Главные грибные электродвигатели под 1350 лошадиных сил мощностью каждый. Максимальную скорость оба полной 13 узлов обеспечивают лодки в подводном положении. С одним «но» на этой скорости лодка сможет пройти максимум час. Аккумуляторная батарея разрядится, надо всплывать для ее зарядки. Двигатели эконом-хода, они по 50 лошадиных сил. Один двигатель, подключенный на винт, скорость лодки обеспечит примерно 2,5-3 узла, но зато по времени 150-180 часов. На боевой службе эти лодки использовались по трехсуточному циклу. 2,5 суток лодка идет в подводном положении, обычно 40-60 метров глубина погружения. В ночное время всплывает. 6-8 часов заряжает аккумуляторную батарею и опять вниз на 2,5 суток. Вот в таком режиме автономность лодки 30 суток. Извините, а вопрос можно задать? Почему заряжается только в надводном положении? Потому что дизеля в подводном положении не работают. Ну, воздух может быть чуть-чуть там. Ну, конечно. Топливо без... Пройдите, пожалуйста, в первую, в следующий отсек. Основное свойство автономности. А дизеля скрытно работает? Ну, не такая. Тихо. Совершенно правильно. А 10 не получится. При всем желании. А в современных лодках уже как-то есть типа кают что-то? А десятый? Экипаж живет или точно так же во всех? Вы не спешите. С вопросами чуть-чуть попозже. Следующий отсек. Пятый, дизельный. Два дизеля по 2000 лошадиных сил мощностью каждый. Максимальную скорость оба полной в надводном положении, 18 узлов обеспечивают лодку. Запас топлива 120 тонн.
В режиме эконом-движения под дизелями этого топлива хватит примерно на 8,5 тысяч миль года. По расстоянию это отсюда до Соединенных Штатов и обратно вернуться. Порядок. Вместо вот этих генераторов по борту должны стоять два дизель-компрессора для пополнения воздуха высокого давления. 22 баллона по 410 литров емкостью каждый, 4 из них внутри прочного корпуса, остальные снаружи. Они обеспечивают более чем трижды продувание всех цистерн главного балласта для обеспечения всплытия подводной лодки. Цистерны главного балласта располагаются вне прочного корпуса по борту. Общий их объем 300 кубических метров. Когда они заполнены водой, лодка в подводном положении находится. Мы подаем туда воздух высокого давления, вытесняем воду, и лодка всплывает в надводное положение. Вот этот лючок откидывается, там внизу площадка. Раздеваешься, прыгаешь туда вниз. Тебе подают шланг системы охлаждения дизелей. Это горячая, правда, соленая вода. Дизеля забортной водой охлаждаются. Помылся, выскочил, следующий пошел. 6-8 часов, пока заряжается батарея, обычно два дизеля работают. Вполне достаточно, чтобы... Пока не будем. Вполне достаточно, чтобы все желающие душ приняли. Верхняя часть четвертого отсека – это жилые помещения. Касса, где вы брали билеты, это каюта мичманов на 8 человек. С противоположного борта, я не оговорился, мичманская кают-компания. И одновременно каюта на 5 человек. Особенность поставок продовольствия на лодке в том, что практически все в консервах, вплоть до того, что картошка чищенная в консервных банках, металлических трехлитровых. Хлеб консервированный со сроками годности 3-5 лет. Пожалуйста. Компас. Лучше провальщики. Ой, это вон там. Ой, что это? Вот так, Арсен, перелой. О, смотри. Вон печатная машинка. У шифровальщика не было места. Он работал в каюте замполита. Это место командира. Вот, видите, полковник. Капитан первого ранга. А вон номера. Слышите? Закрыто. Это отсюда. Тоже не сигнал. Проходи быстрее. О, торпеда, смотри впереди. Где? О, такие ограбяные. Ой, ванные там. Тёма, давай. Давай. Я сейчас поплаваю. Ноги вперед, обе. Если... Ну прямо на торпедах прямо так и спали. Да. А мест нету. Вы думаете, что все места заняты? Вот, а вот кладешь матрас и все, и на ней спишь. Или в торпедном аппарате прямо. Прямо такие вот. Абсолютно серьезно. Давайте я буду говорить. Что же делать? Тихо, тихо. Ну-ка, тишина. Четыре торпедных аппарата в них. Четыре торпеды плюс. Шесть по три с каждого борта на стеллажах. Итого весь боезапас 12 штук торпед. Загрузка торпед в отсек. Либо через верхний торпедный аппарат, через переднюю крышку можно торпеду сюда подать. Но чаще грузили через торпедо-погрузочный люк. Вот он в корме наверху. Под углом направляющие по ним сползает вниз торпеда. Подвешивается на кран-балке с помощью талии, поднимается, а дальше либо на стеллажи, либо в торпедные аппараты. Три матроса и один мичман с ними прекрасно справлялись. Вес торпед от 1,5 до 2 тонн. Вместо торпед мины могут загружаться до 22 штук. В угрожаемый период загружались 1-2 МГ-74. Это имитатор подводной лодки. Предназначен он для отведения торпед от подводной лодки. Торпеды сами по себе либо противолодочные, либо противокорабельные. У них разные системы самонаведения и принципы маневрирования. Койки 4
второй ярус, еще 4, и по правому борту симметрично таких же 8, то есть на 16 матросов в этом отсеке койки. Особенность этой лодки в том, что у каждого матроса была своя койка, и количество коек соответствовало количеству экипажа. У нас нет, на 641 спали в две смены. Хотя они, хотя 641 лодки строились позже. Это же лодка, в которой мы. Вот кают-компания, видишь. Итак, следующий отсек, второй. А ну-ка, тихо. Аккумуляторный. Первая группа аккумуляторной батареи в нижней части отсека. Верхняя часть – это жилые помещения. Каюта офицера. Командир БЧ-5 – это механик. Старшего помощника – замполита, каюта командира. В кормовой части – рубка радистов, кают-компания офицерского состава. На лодке, в отличие от музея, вот эта стенка дальше проходит. То есть здесь коридор, дверь. Вдоль стенки узкий диванчик. Там еще одна дверь. И 9 человек офицеров здесь размещались для приема пищи. В случае необходимости помещения это использовалось как операционное. В штате подводной лодки врач-офицеры на боевой службе, так и операции, как аппендицит, вот здесь делали. Матросы питались в отсеках. В первом, в шестом, седьмом, по бочкам. Бочковой. С бочками. Поэтому и название бочковой пребывал в отсек. Раскладывался стол, две скамейки, сели, поели, посуду вымыли, все сложили до следующего приема пищи. Все, вопросы. Там вот. Все, пойдемте в следующий отсек, центральный пост. Правальщик, у меня не было каюты. Я работал в каюте замполита. Нет, а здесь этот, шаман в каюте командира работает. А здесь командир, а там в каюте замполита. И что? Спал, в том-то все и дело, что у шамана не было своего боевого поста и не было... Соответственно, место, где бы он мог отдыхать. Закончил расшифровку. Покидай каюту, иди куда хочешь. Хоть седьмой, хоть шестой. Спи на торпеде, где угодно. Твоего места а нет. Что, это единственный человек, у которого не было каюты на корабле? Ну, посмотрите, а там решите. А я увижу, нет? Класс, нет, нет, не поворачивай. Там еще есть второй этаж. Третий отсек, центральный пост подводной лодки. В носовой части трап наверх, выход в боевую рубку, там перископ командирский. Оттуда еще один трап выше, выход на мостик. Вот только по этим трапам можно было в лодку попасть и выйти. На перископной глубине по этой шахте воздух можно подать дизелями и обеспечить их работу. Далее выдвижные антенны связи, радиолокационные станции, станции обнаружения радиолокационных сигналов и посты. Пост управления рулями у носовой переборки, штурвал управления по курсу. Да он не поворачивает. Это можно поворачивать? Это связь с отсеками. Вот нажимаешь первый отсек, второй отсек, третий отсек. Каждый отвечает. Бой готов, бой готов. Четвертый отсек, бой готов. Третий отсек, бой готов. Из глубины идет домой. Когда устала я лодка, из глубины идет домой. Не прошу за разлуку прощения, хоть пришлось мне от дома вдали испытать глубиной погружения глубину твоей чистой любви. Напишься тихо в час ночной, тебе известно лишь одной. Когда устала я подлодка, из глубины идет домой.